Что толку в нашем вечном бытии и силе нашей вечной неизменной, коль нам терзаться вечно суждено? Спасибо, Эрот. Ты можешь быть свободен. Я жду гостей. Теркута месекесей. Мосека сентенхэ. Время от времени тебе подобное не дают мне забыть. Ты не пытаешься убить меня. Зачем на этот раз он прислал тебя? Скажи, Бальтазар, ты покинул Париж, потому что тебе надоела Франция? Или смерть Людовика XVI тебя так расстроила? Мильсетсен контровентрез. Луи эте он паон пампе. Бе, же мамузе авек Луи. Пока твой хозяин слишком близко не подобрался ко мне, мне пришлось скрыться, а Людовика постигла печальная участь. Скажи, Бальтазар, что лучше, быть вечно живым или вечно мертвым? Ты решил проверить это? Третье столетие ты служишь ангелом света, а повадки не изменились. Я никому не служу. Я только помогаю смертным. Я пришел с миром. Я знаю, поэтому ты еще жив. Хватит пустых слов. Что нужно ему? Ты единственный, кому он может доверять сейчас. Вот как. Я тебя слушаю. Грядет конец этого мира. Ни силы света, ни силы тьмы не могут предотвратить. Приход иной цивилизации? Они уже здесь. Ты знаешь? Человечество обогатится новыми знаниями. В мире станет меньше хаоса и насилия. Больше мирового порядка. Это пугает его? Нет, Бальтазар. Новая цивилизация принесет законы новой вселенной. Человек овладеет новой силой, равной богам. Или погибнет. И тот, и другой вариант в нашей вселенной принесет гибель сил света и тьмы. Что-то я не вижу посланника небес с тобой. Может быть потому, что ты пытаешься не допустить только его гибели? Подумай, Бальтазар, что ты станешь не нужен тем, кому так воспылал любовью. Смертные сами смогут уничтожить тебя. Твоя мнимая независимость рано или поздно закончится. Или ты думал, что хозяин простил твое предательство напрасно? Ты жив до сих пор только потому, что ты соблюдаешь баланс. Ха, как это не смешно звучит. Я весь внимание. Силы света доверяют тебе. А ты? Кому поверишь ты? Человек всегда был разрушителем. Назидающая сила слишком мала. Человечество не готово к встрече с новой цивилизацией. Тьма наградила тебя огромной силой. Ты способен не допустить встречи. Посланник, передай ему, я отодвину встречу. На 100 лет. Но у меня есть условия. Ни один темный ангел не должен являться ко мне в эту 100 лет. Я устал убивать ваших выродков. Да будет так.
Ты желал видеть меня, любимый? Даже я понял, что тьма не может быть вечна. Я научился создавать свет. 100 лет пройдут быстро. Человек сам найдет путь к звездам. Моим детям на земле нужно окрепнуть. Большие остановятся цветы, и месяц сменит солнце за окном. На глазах последний нищий избран. Светлая вера нам нужна, когда тьма смотрит в глаза. Ветер зерна посеет, что взойдут на границе зла и добра. Небо, светлая вера, нам нужна, когда тьма смотрит в глаза. Ветер зерна посеет, что взойдут на границе. Ha!